Здравствуйте. Меня зовут Людмила Осипчук. Я нахожусь в Доме культуры «Березка», которая любезно предоставила место для моих работ. Мое хобби – вышивка. Моя первая работа називається «Несе Галя воду, коромисло гнеться, а за неї Іванко, як барвінок, в'ється». Зість виповняла я крестиком, вишивка виповнена муліне нитки, сюжет видно, як Галя несе воду, а за нею Іванко, як барвінок, в'ється. По времени уходит около года на большие работы. Уважаемые родители, я предлагаю вам, вашим детям, заниматься этим рукоделием в связи с тем, что выполняя эти работы, дети развивают свою моторику пальчиков, мышление, усидчивость, воображение. Дети сами могут мыслить и сами могут изменять по-своему, изобразить на этой вышивке. Если кто-то заинтересуется, я могу оказать посильную помощь деткам. Дети с первого класса начинают уже вышивать. Спасибо за внимание. Меня зовут Людмила Осипчук. Пожалуйста, приходите к нам на выставку. Я буду очень рада, если вам что-то понравится. До свидания.